Реально, это планета из Майнкрафта. И сейчас мы с вами узнаем, как можно уничтожить этот кубический мир. Он жрет блоки. Ой-ой-ой-ой-ой. Леди, джентльмены, сегодня мы с вами продолжим уничтожать миры, планеты и, возможно, даже немножечко вселенные. Да, за последнее время Solar Smash начал опять набирать обороты. Я последний раз в него играл ровно год назад. Представляете себе, год прошел с последней серии. И разработчики в качестве обновлений добавили несколько новых планет и сделали даже целую новую игру. Но обо всем по порядку. Ставь лайк, если ты не хочешь, чтобы твою планету взорвали. Ставь 2 лайка, если хочешь, чтобы взорвали, и поехали! И давайте, прежде чем мы перейдем к новым планетам, немножечко пошалим. Может быть, они что-то новенькое добавили? Я вот, честно говоря, уже и не помню, что я тестировал, что я не тестировал, но вроде все тестировал, ничего новенького, хотя... Что это такое? Что за секрет? Как мне его получить? Так, вроде этих ракет не было. Что это за ракета такая? Опачки. Вау, неплохо, просто зеленая ракета и все. Так, она что-то расширяется. Расширяется и расширяется. И до сих пор расширяется. Что это такое? Не понял. Не поняв. И перестала расширяться. Окей. Это было странно. Почему эти ракеты ограничены? У меня всего 9 штук осталось. Ладно, давайте мы пошалим немножечко, постреляем. О, это у нас не лазер. Я уже и забыл, где лазер у нас мой любимый. А вот мой любимый лазер. Так, нужно немного освежить память. Это у нас заморозка. Это что такое? Вау! Вау! А это раньше было? Я что-то не помню. Также можно очень быстро сделать бублик. А ну-ка, давайте мы обновим планету и сделаем бублик. Так, я помню, что я мучился с созданием бублика. Давайте я вот сейчас сделаю бублик. У меня вроде сейчас все планеты заблокированы. Делаем бублюшечку. Вот, к сожалению, сохранения удалились. Если бы они были, было бы гораздо проще. И вот хороший вполне себе бублик получается. Давайте еще немножко его отредактирую. И вот такой вот бублешек. Если я теперь обновлю планету, я, наверное, получу новую планету, да? Нет, 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 я не получил. Ого, сколько тут секретных планет теперь. Ладненько, может быть, ракеты какие-то еще интересные есть. Нет, это старые ракеты, это я помню. Шарики я тоже помню. Эту ракету... Нет, подождите, нет! Но она оставляет нехилый такой кратер. Это вроде бур. Ну, по крайней мере, выглядит как бур. И, наверное, действовать будет как бур. Давайте мы ускорим время. И да, эта штука пробуривает планету насквозь. Лазеры мы с вами затестировали. НЛОшки есть различные. А, вот эта вот штука уничтожает планету. Да, давайте мы ускорим. И сейчас случится тотальный бум. Смотрите. Ох, эта штука мощнее Звезды Смерти, мне кажется. Она устраивает бам-теребух, и вся планета у нас уничтожается и взрывается. Просто сказочно. Ну, все остальное я вроде как тестировал. Было бы прикольно, если бы добавили новых боссов каких-то. Вот самые прикольные здесь это существа. Ну, осы вроде были или не были. Хотя я бы, наверное, запомнил вот это вот нечто. Охренеть, не встать, какие они стрёмные. А это что такое? Это я не помню. Вау! Это что за существо? Это дракон какой-то космический. Из Майнкрафта прямиком прилетел. Так, он может пробурить планету насквозь? А ну-ка. Реально, он пробуривает ее насквозь. Вот это выглядит эпично. Хорош. Вот это круто. И он ее реально сейчас пробурит? А, он ее уже пробурил. Прям дырень такую оставил. Крутотенечка. Ну, вот этого чувака я помню, он просто бьет планету. Да, сейчас ты ее стукнешь. Так, давай, левой. Опа! Давай, 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 нес. Правой, вот так вот, замечательно. Оставил небольшую вмятину. Так, это все я помню. Что тут еще есть? Давайте мы обновим планету. Вроде какие-то новые кнопки попоявлялись, их тут целая куча. И подождите, а это что такое? А, это червь, да. Ну давайте мы червя запустим, и я буду тыкать. Вот это вот какая-то новая кнопка вроде. Можно настраивать освещение звезд. Я могу сделать какой-нибудь фиолетовый кайфовый космос. Вау, выглядит клево. А это что такое? А, это Млечный Путь, который, наверное, слева. Или это цвет звезды? А ну-ка, давайте попробуем. А, нет, это цвет все-таки Млечного Пути, его насыщенность. Ого, если я желтый сделаю. Блин, ну мне нравится вот такой вот какой-то фиолетово-синий, да, вот что-то такое. Красиво очень. И вот этот еще ползающий червь. Все это просто замечательно выглядит. Давайте мы все это обновим и, наконец, приступим к разблокировке планет. Если я правильно понял, мне для начала нужно сделать планету куб. И вот здесь даже добавили специальную настройку, чтобы вы могли делать кубическую планету. Я должен выбрать вот эту вот штуку, а дальше просто планету разрушать. Если я опять же правильно все понял, я мог неправильно все понять. И
что мне это дает, собственно говоря. Давайте я ускорю сразу, чтобы все это побыстрее происходило. Блин, мне кажется, ракетами будет как-то побыстрее. Я вообще толком урона планете не наношу. Мне нужны ракеты. Ну, давайте вот этими ракетами. Ну, тоже как-то мало урона. Мне нужно что-то помощнее. Во, вот это вот сработает хорошо, наверное. Так, дрыц-тыц-тыц-тыц. What the fuck? А вот этого раньше не было. То есть я могу теперь задавать форму куба планете? Ну, выглядит хайпово и кликбейтно. То есть мне даже не придется разблокировать планету куб. Она у меня сейчас в принципе станет кубом. Так, все, взрываем здесь. Блин, как это красиво выглядит. Мне так нравится. Я уже и забыл, насколько эта игра прекрасна. И как она хорошо снимает стресс. Особенно если планета у нас будет вот такой кубической. Так, ну давайте, давайте. Все нужно доуничтожать, чтобы она была идеальным кубом. Просто идеальный маленький кубик небесный. Так, еще немножечко. Вроде все выпуклости я сгладил. Да, еще вот тут вот. Но я думаю, этого уже будет достаточно. Теперь я, видимо, должен ее обновить. И вау, клево выглядит. Обновляю, скрещиваю пальчики. Да, кубическая планета. И вы только посмотрите, как клево она смотрится. Не, ну здесь нужно отредактировать космос. Он должен быть каким-то зеленым. Это у нас Майнкрафт планета. Хотя, ну, вот давайте все-таки синий. Синий такой, знаете, каноничный. Реально, это планета из Майнкрафта. Клево, клево. Давайте мы посмотрим, что у нее внутри. Для этого мы используем... Что мы для этого используем, а? Ну, давайте мы используем... даже не знаю. Ну, червь что-то скучное. Ну, давайте дракона. Дракон мне понравился как раз. Дракон такой майнкрафтовский. Все будет круто. Ускорим немножечко все это дело. И... Вау. Ну, у нее, получается, по центру ядро. Я думал, там будет какая-нибудь пасхалочка на Майнкрафт. Давайте еще парочку драконов запустим. Так, еще драконов. Нужно больше драконов. Ребятки, все сюда, все в центр. Ну куда вы полетели-то? Насквозь проходите. Да что они делают? Боже, дурные драконы, совершенно дурные. Насквозь, давай. Ну и куда ты? Ой, совсем придурашный. Ну да, в принципе, внутри она такая же, как и обычная земля. Разве что выглядит похайповее. И у меня даже появилась некая идея. Давайте мы сейчас ее обновим. И мне нужно как-то настроить мощность лазера. А, вот здесь это делается. Фу, я вспомнил. Все, начинаю вспоминать. Мне нужна максимальная мощность, какой-нибудь хайповый синий цвет. И я начинаю делать вот это. У-ху! Выглядит хайпово. Я хочу ее напополам расфигачить. И это получится плоско-кубическая планета. Я знаю, что здесь можно разблокировать обычную плоскую планету. Я, в принципе, ее разблокировал. Кто не видел прошлое видео, обязательно посмотрите. Но сейчас я хочу сделать из майнкрафтовской планеты плоский мир. Это будет выглядеть, мне кажется, прикольно и хайпово. Нет, она посерела. Ну что ж с тобой такое-то? Ну зачем ты посерела, а? Так... И выглядит это как-то вот так. Ну, я думал, будет поэпичнее. Но я центр уничтожил, она из-за этого посерела как-то. Вот если бы она не серела, выглядела бы, я думаю, похайповее. Ну, так в целом тоже хайпово. Можно из нее все-таки сделать бублик. Берем и делаем из нее такой кубический бублик. Это, знаете, это некий бейгл у нас получается вселенского масштаба. И вот тут кто понял отсылку, тот понял. А пока это вот такой вот хайповый бейгл получился. Не, слушайте, мне это обновление нравится. А что я еще могу делать? А, вот, она там прорисовывается. То есть я могу, к примеру, ровно центр планеты уничтожить. А ну-ка, интересно, давайте я попробую. Так, мне по Z нужно минимально, а по X, Y максимально. И теперь начинаю уничтожать. А, ну это как раз-таки у нас получится плоская планета. Ну да, понятно. Давайте тогда я сейчас ракет поназапускаю, пусть они все это дело сделают сейчас очень быстро. Опять же, глянем, что произойдет. Но это не единственная планета, которую я сегодня разблокирую. Сейчас, я еще немножечко побалуюсь, вот не осуждайте меня, ну залипательно же, сами, наверное, сидите и залипайте. Вот если хотя бы на процент залипли, поставьте лайк под этим видео. Нет, ну смотрите, ну посмотрите, а как можно такое не залипнуть? Давайте быстрее все разрушайте. Ускорим все это. Ой, 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 FPS, это куда делись? FPS, вернитесь, пожалуйста, обратно. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, что началось-то, что началось? Это идеальная полоса. Блин, ну выглядит опять же хайпово. Жалко, что из этой полосы сейчас не получится какая-нибудь новая планетка. Можно это выключить? Ага, выключаю. Замечательно. Ай! Черт, я ее продырявил. Блин, как-то некрасиво получилось. Ну ладно, давайте мы ее тогда в конец уничтожим и разблокируем следующую планету. Если я правильно понимаю, она будет воксельной. Возвращаемся обратно к нашей родной землюшке. Если я правильно понял, нам опять нужно сейчас брать и делать из нее куб.
Серьезно? Это странно. Надеюсь, что меня не обманывают, и все у нас получится. Сам бы я до этого не додумался. Благо, в интернете есть великие помощники, которые все вам подскажут. Так, может, лазером будет быстрее? Давайте проверим. Ну, я бы не сказал, что сильно быстрее. Ну, хотя так процесс выглядит гораздо эстетичнее. Местами быстрее. Может быть, вот этой штукой будет побыстрее, если я ее на пятерку выкручу. А, ну-ка, давайте попробуем. Тыц-тыц-тыц. Ну, кстати говоря, она наносит приятные точечные удары, которые как раз-таки делают все, как нам нужно. Так. Ну, вроде все хорошо. Все идеально. Прекрасный куб. Вот тут только немного непрекрасный, но я это уже поправил. Вы ничего не видели. Вот он, прекрасный кубешник. Теперь я, по идее, должен выстрелить в этот куб зеленой ракетой. Ага, стреляю. Начинается зеленый взрыв. И я в этот момент сбрасываю планету. И ничего не произошло. Так, это интересно. Я тогда не понимаю, чего игра от меня хочет. Ай, не эти ракеты. Черт возьми, а если я все-таки сейчас сброшу? Может быть, нужно подождать, пока они вот так увеличатся? И вот так сбросить? Или прям в самом начале сбрасывать? Ладно, мне нужно опять все это повторять. Что ж, еще раз делаем то, что нужно. Ну что ж, вроде как я все делаю правильно. Там написано, сделайте кубическую планету. Ну вот, я в принципе сделал ее кубической. Или там был намек на другое. Потом нужно выстрелить в нее зеленой ракетой. И как только ракета приземлится, разблокируется новая планета. Но нет, она не разблокируется. Ладно, может быть, имелось в виду, что я должен взять секретную планету. В секретную планету выстрелить зеленой ракетой. И после этого разблокируется новый мир. А ну-ка. Так, и обновляю. Да, сработало! А что? Как? А, ладно, неважно. Спасибо гайдам в интернете, я бы до этого сам не додумался. И почему-то этот мир называется Майнкрафт миром, и это действительно Майнкрафт мир. Мне казалось, что мир Майнкрафта, он, ну вот как раз кубический, а не воксельный какой-то. What the fuck? Так, я хочу это приблизить, я хочу это рассмотреть повнимательней. Это реально Майнкрафт. Нет! Я его разбомбил. А, не, не разбомбил. Все нормально. Это какая-то бессмысленная зеленая ракета. Мне, кстати, интересно, откуда их брать. И здесь никто не живет. Ноль игроков. Хотя было бы прикольно в качестве пасхалочки где-нибудь в темной части этой планеты посадить Херабрина или Крипера. Ох, как это было бы хайпово. И сейчас мы с вами узнаем, как можно уничтожить этот кубический мир. И также посмотрим, что у него внутри. Вау! Так, я этого не ожидал, я думал, внутри будет то же самое. Но нет, мир все-таки воксельный, ну или кубический, пиксельный, как вам удобнее говорить. И это круто! Это реально классное обновление, я хочу его тоже располовинить. Я сделал бублик, это клево! Блин, мне это очень нравится. Давайте мы снесем верхушку этой планеты. Так, я хочу посмотреть на это, будут ли там алмазы какие-нибудь. Кстати, можно оставить только ядро планеты, будет тоже выглядеть очень прикольно. Давайте я сейчас обновлю, попробую организовать задуманное. Сносим. Вот это все сносим. Я сейчас чувствую себя как парикмахер, который занимается своей работой. Я, правда, стригу планету, но это ничего, ничего. Все нормально. Так, хорошо получается, хорошо. Блин, ну реально, я прям умница. Все у меня хорошо получается. Ой, чуть-чуть не туда тыкнул и... Во-во-во. Блин, это прям можно в учебники пихать. Посмотрите, как красиво получилось. Прям можно вот показать, что вот внутри кубической планеты есть кубическое ядро, хотя на самом деле оно воксельно-круглое. Но не суть-то важно. Выглядит все это очень хайпово. Прям я хочу посидеть на это, позалипать, еще пару способностей использовать. К примеру, натравить сюда тентакли. А ну-ка посмотрим, что будет. Вау. Ну, Майнкрафт мир, конечно, такого не ожидал. А ну-ка. Он жрет блоки! Стыбзил немножко блоков из Майнкрафта. Ах ты, подлюк, а. Так, ну натравим тогда сюда их. И, конечно же, эндер-дракона. Как без дракона-то? Они сейчас будут тут вместе сражаться, да? С одной стороны червячок, с другой стороны дракончик. Они сейчас соприкоснутся. А ну-ка посмотрим на это невероятное сражение. Ну, червячок, ну ты куда? Ну ты чё такой не хайповый? Вау, эпичненько. Прям максимальный эпик я ловлю, глядя вот на это. Ну, вы посмотрите, посмотрите. Ну вау же. Блин, эта планета реально выглядит кайфово. Вот можно какие-нибудь скрины поделать, на рабочий стол поставить, а потом спокойненько ее, к примеру, заморозить.
А, что будет, если мы ее заморозим? Как она будет выглядеть? Берем замораживающий луч, ставим максимальную мощность, чтобы было парадоксально, делаем его красным и замораживаем планету. А, она превращается как раз-таки вот в такой вот интересный лед. Интересно, какие еще планеты добавили? Я знаю, что добавили тыкву планету, я ее даже видел, пряничную планету я ее тоже видел, но это добавили еще в прошлом году к праздникам, я тогда решил все это пропустить. И вот у нас ледяная планета. Что у нее внутри? А ну-ка, дрыц. Ага, ну внутри такие же блоки, то есть внутри она не обледенела, даже ядро не замерзло. Если я возьму и сделаю ядро похолоднее, мне не получится, да? Ядро у нас не хочет холоднеть. Ой, такие блоки летят. Но я перекрасил эту планету, как вам такое? Что еще можно эпичного посмотреть? Можно посмотреть, как на Майнкрафт планету упадет обычный метеорит. Ну, такой маленький, куда-нибудь в океан. Ну, ничего не произойдет. А если луна упадет? А луна будет обычной, да? Блин, ну вот это не очень хайпово. Было бы хайповее, если бы была другая луна и... Вау. И она сейчас насквозь ее пробьет, да? А ну-ка, смотрим. Где луна? Луна исчезла? Не понял, еще одну запускаем. Нужно пробить Майнкрафт планету насквозь. Пробиваем. Ой, какая красота. Она пробила? Она пробила. Кусок луны просто улетел куда-то в космос. Можно еще одну луну вот сюда запустить и с другой стороны посмотреть, что будет. Ну, где луна? Луна, ты где? Вот отсюда, что ли, запускать нужно? Что-то луна не запускается, не понял. Намек не понимаешь, игра? Луну хочу запустить. Вот сюда. Все, большое спасибо. А где луна-то? Все, я не могу больше запускать луну. Ладно, я запущу туда астероиды. Смотрю на астероиды. Блин, ну их нужно прям много запускать. Давайте я запущу побольше. Так, беру и прям тотально запускаю тысячи астероидов, чтобы они бомбили эту планету. Теперь можно приблизиться и посмотреть, как они будут вылетать. Ух, какая красота. Но их все равно как-то мало, хотя вот так вот выглядит эпично. Ой-ой-ой. Прикольно. Мне нравится. Но настало время двигаться дальше. В игре под названием Solar Smash 2D. Это игра тех же разработчиков, и она должна быть эпичной. Кстати говоря, от этих же разработчиков есть симуляторы уничтожения комнаты и городов. И если вы хотите их увидеть, обязательно тыкните на лайкосик. Если соберем, скажем, 1005-10 лайков, я обязательно выпущу продолжение. Ну а пока вот она, 2D планета. И это как-то очень неожиданно. И здесь 2D луна, и все такое 2D-шное, и все такое прекрасное. Давайте я немножечко все это отдалю. А что там за пришельцы рядом летают? Это какие-то корабли. Стоп, а я могу еще отдалить? Это прям солнечная система будет? Нифига себе. Слушайте, все это выглядит интересно и хайповенько. Давайте мы посмотрим, что здесь есть. Есть какие-то пришельцы. И где они? Пришельцы. А, вот они прилетели. Может, вот так нужно как-то сделать? И как мне ими управлять? А, мне должен эту планету защищать? Что здесь происходит? Так, а это что такое? Ага. А, это как раз-таки эти корабли. То есть мы здесь устраиваем некую битву. Красные против желтых. Выглядит интересно. Давайте побольше тогда их. Ау! Они уничтожили планету! Почему так быстро? Видимо, они уничтожили ядро. Давайте заново. Нет, это мне не нравится. Я так не играю. Это что такое? Звездочка. Звездочка это, по идее, защитник планеты, да? Я правильно понимаю? Блин, это все очень странно. Я чего-то другого ожидал от этой игры. А это что за чувачки? Ну, это тоже злобные чуваки. Опять планета уничтожается. Почему планета уничтожается? Почему она взрывается сама по себе? Я не понимаю, слишком сложно. Окей, это что? Метеориты. Ну, хоть метеориты, это нормально будут лететь. Во! С метеоритами можно побаловаться. Давайте мы уничтожим вот эту падлу. Давай, сваливайте все отсюда, сваливайте. И луну я хочу уничтожить. Может быть, когда луна уничтожается с планеты, что-то происходит. И вообще обе луны уничтожим. И вот эти вот станции уничтожим. Надо все вокруг уничтожить, чтобы они нам не мешали. Проваливайте все, проваливайте, вы мне мешаете. Вот, вот так вот хорошо. Черную дырку можем здесь организовать. Вот она, черное отверстие, так сказать. Ну, как-то не очень эпично. Здесь вообще мало пока что способностей. Вот, к примеру, ракеты есть. Блин, это просто ракеты. Вау. Не, ладно, они выглядят прикольно. Давайте мы уничтожим всех этих дурачков. А, проваливайте все. Ракеты их как раз уничтожают. Всех сейчас уничтожим. Часть ракет полетела обратно на землю. Это что такое? Этим нужно как-то закидываться. А, ну там что-то стоит. Это какие-то ловушки космические. То есть здесь мы можем разыгрывать некие баталии. Прям так приблизить можно. Я могу прям вот так вот посмотреть. А ну-ка, давайте вот здесь. Ага, вот оно как работает. Понятно. И последние механики. Это как раз-таки механики управления, да? Я могу сам играть. И сам уничтожать планету. Но для этого нужно сейчас настраивать управление. А, я могу прям так даже делать. Ого, прикольно. А какие еще корабли там есть? Вот еще червь есть. За которого я тоже могу играть.
Серьезно? Вау, а ну-ка, давайте сыграем за червя. Блин, отдалить можно как-то? Нет, отдалить нельзя. Я должен еще кушать параллельно. Ну, давайте поиграем, давайте покушаем планету, хотя я хочу ее для начала обновить. Обновляю все это дело, беру червячка и начинаем веселиться. Можем медленно поедать эту планету. Я могу, в принципе, ее прям по самое ядро выжрать. Интересно, что тогда будет. Но знаете, можно для начала как у яблока все вот так вот аккуратно покушать, а потом уже начинать жрать ядро. Вот это хайпово. Почему планета не взрывается? От чего она взрывалась? Я не совсем понимаю. Я не очень внимательный, как вы заметили. Я могу себе хвост сожрать? Не, не могу. Окей, блин, это так неудобно на клавиатуре делать. Вы себе даже не представляете. Может быть, мышкой как-нибудь. О, там ядро прям плавает внутри. Но я захавал ядро этой планеты. Наверное, сейчас нужно будет отдалить и посмотреть, как это все будет выглядеть. Наверное, выглядеть это все будет эпично. Я прям этот кусок здесь оставлю. И вот эту часть еще хочу докушать. Все. Так, отдаляю все это дело. И... ну да, выглядит достаточно прикольно. Еще здесь есть солнечная система. Да куда? Не, я не хочу играть за него больше. Давайте мне лучше пришельцев. Солнечная система. Есть... вот такая вот солнечная система. Выглядит, опять же, кликбейтно и клево. Также есть вот такая планета. Это вот что будет с планетой, если меня оставить с ней на 5 минут? И, конечно же, можно вообще свою планету нарисовать. Так, а как это делается? Это обучение. Ну, давайте, я понял. Да, можно свои планеты рисовать. Можно, к примеру, взять и внезапно вот так вот закончить этот ролик на вот этом замечательном слове. Если вы хотите, чтобы я потестировал другие планеты и другие игры этой студии, влепливайте лайкосик, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, и не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся!